хочу, наверное, присоединиться к Алексею Александровичу Суламу, что первый тайм команда Синара нас переигрывала. Так, как бы я всегда, в принципе, объективно стараюсь оценивать игру. Перерыв сделали поправки, уже игра шла так, 50 на 50, так будем говорить. Ну и, естественно, большое спасибо команде, что она все-таки у нас выдержала. На ноль сыграть в плей-офф – это достаточно здорово, так будем говорить. Болельщикам спасибо. Начинается сложнейший период, выезд в Екатеринбург. 2-0 серия – это ничего не значит. И хочется, чтобы ребята в голове своей нашей это понимали. По сегодняшней игре, и это я могу сказать, что по игре, тройка по самоотдаче, 4 с плюсом, вот так можно сказать. Хочется видеть все-таки более качественный, красивый футбол. Но сегодня мы были опять едины, и за это нас, наверное, там вознаградили за это. Болельщикам нашим огромное спасибо. Спасибо. Thank you.